Здравствуйте. Перед вами представлен полуавтомат заказчика модели МЗ-400АМ, настроенный на флаконы 10R и 2R. Давайте я продемонстрирую вам, как он работает. Все очень плотно. Теперь небольшая перенаводка на другой тип размер флакона. Откручиваем стопорный винт. Откручиваем головку. Обратно последовательность. Сейчас я сделаю как проверочку, у нас все в порядке. Подведем немного ролик. Выключено, выключено. Вводим ролик. Пока оставим так. Если необходимо, еще подведем. Проверяем. Угу, все отлично. Все закатано. Работает. Все отлично, все закаталось. Благодарю вас за внимание. Всем спасибо, всего доброго.